А налево никто не поедет, кроме ЦВшки Хьека. Это нормально. Ну, Хьека туда не поедет. А, ну, просто стоит. Отлично. Я как понимаю, у нас половины игроков нету вообще. Ну, у нас он что-то тунгусский ставится и ставится на центр. Давайте я тогда что свои уберу, танки поставлю. Этого Гудвина нет. Ну, в общем, налево все. Базеля тоже будет пока не вижу. Плохо. Нет танков. Неплохо, да, нормально. У меня тоже танковый, поэтому я на центр. Смысл впереди в город. Да, ну еще нормально. Мы втроем на центре, а там, если что, зайдем, главное, это Дмитрий. И в бочину получим и там, и там. Да, они по нашему праву тоже не пошли. А где они вообще? Ну их там сейчас только что положили, эти кассеты там что-то положили. А-а-а. Ну там колеса, ЦВшка, колеса. Самолет. Тайфунов 4 штуки, ну понятно, понятно. На Харитон подвинул свою ЦВшку. Два куймарушики. Томкэт. Удачно, блин, попали по мне. Стреляли дебилы. Слева много врагов. Не больше, чем наших справа. Это да, но больше, чем наших слева. Радар справа у кого-то включен. Там танки, чё, я чё не сделал. Ты слева, да? Да. Там ни ПВО, ни танков, ничего, так что... Вот. Нет. Починиться надо. Джон, подтягивай ПВОху. Мы там уже на два сектора выше.
Слушай, ну что, давай пиздить их. Или налево сейчас, может, рванем. Разведчики готовы, сэр. Тут на Елену можно зайти. Ну да, главное, чтобы в жопу не получить ничего. Я попробую сейчас танками заскочить. Так, успокойся. Да. 2-5. Я так уже ёбную. Хорнет. Но взруха есть на Уралах, надо в город. Рандом везет, только запчасти. Блин, там матик хреново. А ни хрена, я туда не пойду, я там страшно. Давай еще купишь, у тебя таких танков до хрена. Я не правильно сказал, что не пошел. Подвинь, пожалуйста, один звертуш. А, уже не надо. Мне не надо больше этот танк включить. Я видел эту смерть. Я защитил тебя своей тушкой. Тут кого-то сбить нужно 8 букв сразу. Причем опыт. Давайте ЦВ-шку на Федор закинем. Она такая классная. Реклама на русском радио. Это сколько я лет уже не слышал русского радио и его рекламу. А вот, когда вот говорят мне, она такая классная, ассоциируется именно с этим. Чертов Хорнет, иди нах. Это не моё.
М1, М2, там, смотри, Гудвин, разделяй, разделяй власть. Марушики, по-моему, два стоят. Атакамчиком сюда вот. У нас команда пацифистов, ни у кого нет арты. Я коплюсь, например. То ему танки с ПВО, то арту. Ну, они просто артят, заарчивают. Ну, как бы еще, у меня сейчас пехота закончится и все. Кому от этого легче? Равен сплю. О, М1 и 2 поехал. Да блин, не успел подъехать, уже выстрелил все из мишества. Что вы за люди такие?
больше по душе эти игрушки. Вы со мной говорите? Собьем любую летающую цель. Дохерища комбр. Через чур дохерища. Скоп, ты там успеваешь воевать, пока переписываешься? Да, да, конечно. На Дмитрия. Ну и хрен бы с ней, почему срочно-то? Ну, потому что у нас плюс 5, а так будет плюс сколько-то больше. Победа? Да не, так он сейчас все выходит все. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, вы лупите по своим слева артой. Угу. Возможно, все это домыслы.
Командный корпус выполнит любое ваше желание. Ну, блин, только отправился на их базу. Нифига, какой лошара. Чё-то хозяин в минус сыграл.